Что ж ты так прыгаешь-то, а? Довольно низкая температура, и нехорошо это сказывается на регулируемости штатива. Все эти масляные головки отрекламированные. Ну, штатив, конечно, не из дорогих, но... Это я в очередной раз пытаюсь спихнуть свою криворукость на внешние факторы, списать. Да, но уже слишком низко луна над землей. Через плотные слои атмосферы смотрим земные. Да, наверное, надо уходить. И очень толково мне в комментариях подсказали. Причин, почему луна на восходе, на закате приобретает розовый оттенок, красный цвет, это кроваво-красный. Да просто потому, что через эти плотные слои атмосферы, не только из-за частиц каких-то примесей в ней в атмосфере, меняется цвет, а просто через большой слой воздуха пробиваются только наиболее сильные, как сказали в комментариях, ну, длинные волны красного спектра. Да, красное смещение, как определили, что Вселенная расширяется по красному смещению. Практически все объекты во Вселенной имеют это красноватое смещение, то есть более красные, чем они должны быть объективно. Отсюда мы делаем вывод, что они разлетаются во всех направлениях, как точки на надуваемом воздушном шарике. Рисунки удаляются друг от друга. Ну вот уже видно свет солнца. Да, в данном случае луна к нам, от нас не удаляется с такой скоростью, чтобы появилось красное смещение. Но так как красные волны более длинные, им легче пробиться. Что-то Хокинг вспомнился. Ну ладно, пора уже на работу бежать, да, то что-то заснимался, правда, сюда. Розовая луна. Моисеева на тебя нет. Так, 29 апреля 2021 год, Харьков, 5:26 по Киеву, ай-яй-яй, прямо надо бежать.